Лекция 25. Про дилемму. Ну, многие видели. И вот я наконец-то посмотрел «Социальная дилемма». Ну, я тоже уже давно в этом бизнесе, более 20 лет. И прекрасно понимаю, что они имеют все данные о нашей жизни, деятельности, желаниях и возможностях. И манипулируют этим, чтобы зарабатывать деньги. Триллионы долларов. И что в этом плохого? Вот я не пойму. Тому, кто не может найти себе удобные, полезные для здоровья, дешевые кроссовки в онлайн-магазине, нужно сказать, где это можно сделать. А тому, кто не знает, как перестать употреблять вредную пищу, нужно рассказать об этом. Сами они не смогут. Таких вот большинство. Ну, наверное, 95% всего населения подключенного к интернету. Вроде как они знают. Ими нужно манипулировать. Они в этом реально нуждаются. И только алгоритмы без участия людей смогут позаботиться об этих миллиардах людей. Что же тут плохого? Наоборот, чем дальше, тем лучше. Тем, кто не в состоянии задуматься о своем будущем, и не нужно давать такую возможность. Зачем? Потому что они начнут сравнивать себя с другими и станут злыми, будут стараться уничтожить тех, кто понимает, может и делает. Увы, это не дилемма. Это просто новая реальность. Хотя всегда так было. В каменном веке, и при феодализме, даже при коммунизме. Всегда есть 95% людей, которые не в состоянии сами найти решение своих проблем, ну и задач. Им нужно помогать. Просто раньше эта информация не афишировалась, а теперь они все говорят, каждый говорит. Болтать – это не значит, что делать. Хотя герои этого фильма даже свою болтовню сумели монетизировать. Вот видите, книги написали, семинары ведут. Дурак, как алкоголик, никогда не согласится, что он дурак. И алкоголик. А вот кушать все хотят.